Меня зовут Ксения Собчак. Мне 36 лет. И как любой другой гражданин России, я теперь имею право баллотироваться в президенты. Я решила воспользоваться этим правом. Ну, хотя бы потому, что я против всех, кто обычно этим правом пользуется. Вячеслав, вот я сейчас могу сказать, вот если бы я против кого-то голосовала, то против это был бы ты, честно. Потому что вот ты такой человек, ни вы, ни мы, ни оливье, ни салат весенний. Понимаешь, что ты есть, что тебя нет, вот только шапка твоя, понимаешь? Я натерла вот такую вот мозоль на моих прекрасных, замечательных ножках, потому что спала в сапогах. Спать в сапогах Дольче Габбана дико неудобно. Вот какой придурок придумывает вот запечатывать красивые конверты. Но это же ужасно может испортить с утра настроение. Сколько этих премий, блин. Премия волосатой подмышки. Премия, блин, изогнутой брови. Дом моды. Павильон Семкина, студии Мосфильм. Пойду обязательно, обсирать не буду, мой друг. Может же увидеть, правильно? Танцуй со мной, потанцуй со мной, танцуй со мной, потанцуй со мной, танцуй со мной. Я долгие годы работала и получала тумаки со всех сторон на проекте «Дом-2». Вы правда думаете, что, будучи близкой к Владимиру Путину через своего отца, и он был человеком, который не раз говорил о том, что Анатолий Собчак его учитель, вы правда считаете, что единственное, о чем я попросила от всей души, это позволить Владимиру Путину вести мне «Дом-2»? Я, конечно, похожа на идиотку, но, согласитесь, все-таки не до такой степени. Здравствуйте, я Ксения Собчак, и мне есть что терять. Но, тем не менее, я здесь, потому что мой отец, Анатолий Александрович Собчак, был одним из тех, кто писал Конституцию Российской Федерации. И власть Российской Федерации принадлежит многонациональному народу Российской Федерации. Власть – это не бадминтонный баланчик, который можно перекидывать между двух игроков. Но мы также должны понимать, что эта власть может быть нашей только если мы сами сможем ее создать. Я поняла в какой-то момент, что просто молчать – это уже не позиция. Это позиция, которая была мне свойственна много лет, и я… Вы что, молчали? Политически, конечно, я молчала. Моя позиция становится все более и более резкой по отношению, и более оппозиционной. Это объективный закон любого такого движения, мы знаем из истории русской революции. Потому что я пришла искренне, да, искренне… Искренне доказывала, что можно влиять на власть, что вот сейчас они увидят, сколько людей вышло, что сейчас услышат, что сейчас с этим обществом поговорят, что с этими людьми мирными, которые просто хотят не уезжать за границу и не уезжать жить в Европу, а хотят здесь направлять свою пассионарность на строительство новой России, что с ними заговорят. Но давайте с ними не заговорили до сих пор. Вместе мы очень сильны. Что бы они ни обещали, за что бы они ни выступали, мы выступаем против. Против них. Против всех. Ксения Собчак, кандидат против всех.